Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой журнал Cosmopolitan с Бритни Спирс на обложке. Это не русский журнал, это украинский выпуск. Ну, здесь видно, вот тут гривна написаны. А я его не самостоятельно купила, я, по-моему, тогда какая-то девчонка, что ли, списывалась в интернете. В общем, она мне его прислала. Это сентябрь 2010 года, тогда, по-моему, эта обложка выходила в других странах, но в России что-то как-то подзабили, и, в общем, вышло в Украине, а в России ничего не вышло. Вот, очень жаль. Или в России вышла чисто статья где-то, ну, короче, я уже даже не помню. Значит, есть тоже отдельно фотосеты, по-моему, вообще просто каждое движение, там чуть ли не 500 фотографий, вот этот вот именно. Ну, давайте смотреть, что у нас здесь есть. А вначале я что-то не помню, он тут даже кремик остался у меня. Да, что-то вначале здесь, по-моему, нет ничего про Бритни. Давайте найдем саму статейку. А на самом деле, хоть журнал украинский, но в основном здесь как бы все по-русски написано. Ну, прям вот 90%. Я, конечно, все не просматривала, но все по-русски. Поэтому может казаться, что это русское издание. Вот «Угнаться за Бритни». Вот, ну, как всегда тут, в общем. Тут что-то прозвище есть. Интересно. Вот, ну и типа тут вот Бритни сама вписывала ответы. Ну, как бы вписывала. Тут явно не почерком ее, но типа вот так вот. Это типа анкетирование такое. Вот. Ну, как-то так. В общем, интересное издание такое. Ну, достаточно жалко, что в России не выпустили данный журнал. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, данный обзор вам был полезен. Пишите, что вы думаете по поводу данного журнала, есть ли он у вас. И пока-пока!